У нас есть идея социально-просветительская на тему раздельного сбора отходов. Называется она «Эко-такси». И продвижение вообще в группе ВКонтакте можно найти «Раздельный сбор отходов Пермь», «Recycle Пермь». Мы собираем свой мусор, свой вторсырьё, сдаем его в переработку, и год назад решили помогать таким же, как мы, также сдавать это в переработку. На сегодняшний день эта идея стала уже стабильной. Люди готовы сдавать вторсырьё, вызывать эко-такси. На сегодняшний день мы ищем предпринимателя, который бы запустил эту идею действительно как бизнес. И чтобы такси ездило, может быть, каждый день, а не так, как это происходит сегодня, 2-3 раза в месяц.